Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы имеем особую привилегию. Гостем нашей программы становится рав Авраам Вольф из славного города Одессы, города-героя. В первую очередь, как вы, как ваша семья, как ваша община, что вы делаете сегодня в момент, когда на головы украинцев падают бомбы? Честно, я должен сказать, у нас, слава Богу, все хорошо. Это, наверное, зависит очень много, как ты сам смотришь на жизнь. Потому что нас атакует, у нас ПВО работает, и по ночами идет взрывами, практически каждую ночь слышно сирена, и слышно, как ПВО работает, и видно, и там падает, и там ПВО не успевает. Вообще, одесская манера, знаете, быть такой доволен любой ситуации и быть рад в любой ситуации. И, может быть, наша община в том числе такая же, которая спокойна, которая смотрит на все в хорошие глаза. Реально мы себя чувствуем очень хорошо, и у нас школа работает, и детские сады работают. Завтра будет последний звонок. Да, это не такое большое, как было до войны. Это не 400 детей в школе, это всего лишь 180 детей в школе, это не 120 детей в садик, это 80 детский сад, но все работает, университет работает, община работает. Только что закончилась Минхе и Майриб, и были около 100 человек на Минхе и Майриб, и был урок между Минхе и Майриб, и люди учатся, и люди работают, и люди стараются заниматься хорошо. Мы стараемся смотреть, может быть, не прозрачные очки, вроде чуть-чуть очки на происходящее, и так нам, может быть, легче жить. У нас был сейчас потрясающий праздник Швуэс. Мы взяли полностью гостиницу лондонская, та, которая знает, на бульвар, возле моря, и всю община, все, которые соблюдают, и хотели быть с нами вместе, были около 180 человек вместе, мы праздновали и отмечали праздник Швуэс вместе, мы там были три дня, четверг вечера, до воскресенья утра, люди отдыхали, люди учили Тора, люди молились, люди ночью чтобы не спали, учили Тора. Слава Богу, все хорошо. Понятно, что мы понимаем, что война идет, но с Божьей помощью, во-первых, Бог нас поцеловал, Одесса, естественно, она меньше всего страдает, но кроме этого, люди просто, наверняка, больше оптимизм. Знаете, я вам скажу интересную вещь. Наш сын маленький, Шмулик, мы сделали на Шавуот ночью, когда мы не спали, мы сделали как ТЭД, учение Тора в ТЭД. То есть каждый готовил до праздника 7-8 минут двор Тора, и был такой марафон, часу ночью до 4 утра, каждые 7 минут поменялся лектор, и кто-то сказал двор Тора. Все община практически сказали двор Тора, и я попросил наш маленький сын, Шмулик, кто-то сказал двор Тора. Ему 12 лет, я ему сказал, ты должен готовить, он целый неделю готовил красиво двор Тора. Я вам скажу вкратце, что он сказал. Он задавал вопрос, который задает святой Альших. Святой Альших спрашивает по поводу праздник Бикурим. Начинается сезон урожай, и люди обязаны принести до Суккот первые плоды, которые у них растут дома. В чем смысл занять нормально еврей, который живет, например, в Цфат, который у него в огород выросло 5 килограмм виноград, ехать до Иерусалима две недели туда, две недели обратно, там быть целый недель, потому что принести Богу там полкилограмм виноград. В чем смысл этого великая вещь? И Шмулик принес пример от одного профессора в университете, который однажды пришел на лекцию с бейлелист, и на бейлелист была одна точка черная. И проходил между студентами и спросил, что вы видите в этот лист? И первый студент сказал, черный точка. Второй сказал, черный точка. Третий сказал, так он проходил всех. И в конце он сказал, какой страшный мир, какой переворотный мир. Я держу лист, он полностью белый, всего у него одна точка черный, и все замечают, только черный точка. А что целый белый лист, что происходит с вами? Он объяснил, что говорит Альших. Ну, что Альших говорит так, что праздник Бикурим, это для того, что человек остановится. Бог не нуждается в твоем полкилограмм или 200 грамм винограда.
что ты остановился и сказал: «Боже мой, у меня что-то выросло, у меня дома красота». Когда он целый год пашил, сеял и так далее, для него этих виноград, этих урожай, это как маленькие детей его, которые растут на дерево. И он говорит, Бог ему говорит: «Останови, посмотри на эту красоту. Есть у тебя хорошие моменты в жизни, лови этих моментами, живи этих моментами, не останови только на то, что плохого, что ночью были сирена, что утро были звуки ПВО, что вечером упал какой-то беспилотник. Хватит смотреть на этих плохих вещей. Смотри, что тебя, ты открываешь холодильник, у тебя есть молоко, в шкаф есть кофе, в чайнике есть горячая вода, у тебя есть полный ценный хороший кофе с утра. Ты можешь остановить и сказать: у меня утро хорошее. Не надо только говорить: но ночью я не спал, била ПВО. Не надо, живите эти хорошие, ловите эти хорошие моменты в жизни, и у вас все будет хорошо. Я думаю, что может быть на самом деле наши одесситы живут согласно этого праздника Шавуот, который только что мы отмечали. Прекрасно все, хорошо все. Мы не видим этот черный точки, мы знаем, что она есть, но мы видим белый лист, который есть в нашей жизни. И это прекрасно, если так будем жить все время. Какой потрясающий, замечательно важный урок для всех нас. И поэтому мы в нашей жизни должны замечать не только те проблемы, которые нам неприятны, которые захватывают все наше внимание, и мы погружаемся в них с головой. А вместо этого нам нужно видеть в жизни что-то хорошее, за что мы можем быть благодарны и почему мы можем испытывать радость. И, кстати, Гера Ребе в своей книге «Сфасемес» пишет, что когда евреи вышли из Египта и в какой-то момент начали жаловаться, то эти жалобы привели их, в конце концов, к трагедии, когда они вообще решили вернуться обратно в Египет. И это трагедия 9 Ава, и в этот день был разрушен Иерусалимский храм. И потому он там пишет: если человек жалуется, то результатом его жалоб будет еще больше причин жаловаться. Но если он находит причины благодарить, то тогда у него будет больше еще причин благодарить. Когда человек говорит: «Ой, Бог, спасибо, мне так хорошо», Бог ему говорит: «Это хорошо, сейчас тебе скажу и покажу, что такое хорошо». А когда человек говорит: «Мне плохо, плохо», Бог ему говорит: «Тебе плохо? Ты даже не представляешь, что такое плохо, сейчас тебе покажу, что такое плохо». Может быть, это согласные слова. Это потрясающая мысль. Но Гера Ребе добавляет одну удивительную глубину. Он говорит: когда Всевышний вел нас в землю, которую он называл хорошей, и у нас было все, а мы жаловались, то мы потеряли этого для того, чтобы оказаться в горьком изгнании и научиться благодарить и радоваться, несмотря ни на что. И именно в этом цель изгнания, если мы учимся тому искусству, которому вы учите нас сейчас, то мы тогда из Одессы и Нью-Йорка будем праздновать в Иерусалиме строительство будущего храма. Дай Бог. Но нам здесь, в Америке, все-таки нужно ощущать, что вы в другом положении. Уже больше, чем год война. Я уже сбился, у меня счет, сколько времени, февраль, март, апрель, май. Наверное, уже год и три, больше, чем год и три месяца идет война. Люди, конечно, потеряли все. Знаете, у меня была такая история здесь. Недавно мы же раздаем каждый месяц около 7 тысяч посылки с питанием для людей. Есть семьи, которые, в принципе, живут благодаря этих посылкам, которые они у нас получают. Я помню, что где-то лет 25 назад, а может быть 30 лет назад, когда я только-только приехал, ко мне обратился один еврей, хотел поставить у себя дома мезуза. Я к нему поехал домой, это было из первого красивейшие дома, которые я видел в своей жизни. И был момент, когда я у него поставил мезуза, и у меня показали его дом. Это был трехэтажный дом, мраморный, красота. Мне потом сказали, что он, чем он там занимает, откуда у него деньги. И прошли вот этих 25-30 лет. Я стою недавно в кабинет. И он заходит ко мне, такое мрачное лицо, ему уже тогда было 50, теперь уже около 80. Я говорю: что случилось? Что такое лицо? Слава Богу, ты живой, жена живая. Ну, я думаю, что он приходит мне рассказать, как тяжело война. И он мне говорит: Ребе, можете попросить вашу жену? Она отвечает за раздачу гуманитарной помощи. Она сидит в детский дом, и там раздаем помощь.
А я сижу на Осипова, она на Базане, которая знает Одесса, 2 минуты, 3 минуты пешком. Он говорит, можете попросить ваша жена, что я не стоял в очереди, мне неудобно, что увидеть, что я пришел за посылка. Это человек, который 30 лет назад впервые я видел такой красивый дом. Насколько люди уничтожены финансы, насколько им необходима помощь. Я уже не говорю, тогда, когда здесь было темно и без света, и мы сидели без света, и когда были большие проблемы. Но вообще люди без деньги ничего купить. Я не говорю сейчас об детей, детский дом, который в содержании этих 120 детей. Кстати, завтра к нам приходит еще одна девушка. Ей 4 года. Когда-то мама погибла в район Херсонской области. И документы все еврейские, а у нас, слава Богу, наш детский дом очень известный, детский дом «Мишпаха» в Одессе, он очень известный по всему Украине, и тут же детская служба по делам детей к нам ее отправляет. Красивая девушка, хорошая девушка, она сейчас была в больнице несколько дней, пока там она восстановила ее здоровье, они ее к нам отправляют. У нас есть около 120 детей, которые надо кормить, которые надо одевать, которые надо обеспечить им образование, и все, и медицина, и все, что необходимо. Есть старики, дом престарелых. Конечно, община проходит нелегкие времена с точки зрения этого все держать, и тем более поддержать людей, что они улыбались, что у них было хорошее настроение, что праздник у них был праздник. И знаете, вы сказали, что я из тех раввинов, которые приняли решение оставаться, это я не беру в погоны, потому что раввины, которые уехали, это потому что их города были уничтожены. Или была просто опасность жить в этих городах. Сегодня я вам говорю, реально, с Херсон опасно жить. Ее же стреляют с той стороны Днепра. И не дай Бог попадает, я был в Херсон, я приехал в Херсон во второй день Холомоид, по-моему, Песах. Это около 50 дней тому назад. Я вам говорю, я жил в Херсон, я знаю Херсон. Нету почти одна улица, где окна цели. Весь город, в принципе, уничтожен. Я вышел на улице Горкова, 27, где синагога стоит. Я стоял с моего брата, который главный раввин Херсон, и там стояли, я говорю, Йоси, слышно птицами, птицы поют, как будто мы в лес, как будто мы в лесу. Нету людей на улице, убежал, почти весь город убежал. Там реально опасно, поэтому... То, что мы приняли решение оставаться, это не фокус, потому что, слава Богу, мы можем. Сегодня, когда над Украиной тьма, в значительной степени тьма войны, во тьме свет видит особенно хорошо. Как человек может увидеть то, на что он может отреагировать сердцем своим и сказать, это мое время помочь больному, это мое время помочь раненому, это мое время помочь сироте. Это мое время помочь старикам, пожилым людям, у которых нет отопления. То есть как человек находит свое место в мире? Потому что иногда боль, страдания – это возможность для человека проявить свою любовь. Как человек находит свое предназначение в жизни? Надо хотеть, наверное. Вы правильно сказали меня в это время уже много раз. Вы сказали, вы не спите по ночам. Вы сказали, а я не понимаю, почему раввин Кацин не спит по ночам, и когда в Одессе холодно, вы меня звонили и сделали специально урок. Я слышал этот урок, вы объяснили, почему надо помочь старики в Одессе, когда им холодно и темно. Я не знаю, почему раввин Кацин не спит по ночам, когда у кого-то старик в Одессе холодно. Ну, наверное, потому что раввин Кацин хочешь этого сделать. Надо просто захотеть. Если ты захочешь, ты даешь. Нету другой причины. Я не вижу другой причины, почему давать. Кроме того, что просто ты понимаешь, что Бог тебе подарил, Бог тебе дал возможности, ты этого хочешь поделиться. Я сегодня мой брат, который херсонский раввин, он мне говорит во время между Минхой и Марьей, он мне говорит, что он меня перечислил какие-то деньги на детский дом в Одессе. А у него община своя в Херсон. Я говорю, Йоси, я его называю Йоси, он раввин Йосиф Вольф, но я его называю Йоси, он мой младший брат. Йоси, а почему в Одессе? У тебя есть своя община. Потому что я решил дать детей в детский дом. Я говорю, Йоси, но у тебя есть своя община. Цдоки, которые ты обязан давать, действительно твоя. Она не твоя. Ты обязан ее давать. Но Бог тебе дал привилегия выбирать, кому давать. А что ты решил давать в Одессе? Говорит, не спроси меня, почему.
Но я решил в этом месяце действительно зарплата моя жена поделить на два. Половина в Одесса, половина в другое место. Почему? Я не знаю. Это было только что между Мельхамерим. Почему он так решил? Я не знаю. Но он так решил. Надо захотеть, и, наверное, тогда у тебя получается. Мой ребе, который сегодня глава Ишивы Мир в Иерусалиме, ребе Ицхак Мизрахи, он говорил, что мы можем измерить человеческий рост, например, сантиметром. Как измеряется духовный рост человека? Ведь сказано о нашем учителе Моисее, Мойше Рабейну, что и вырос ребенок, который, как вы знаете, был спасен из реки, и он был в доме у фараона. А в следующем предложении говорится, и вырос Моисей, и вышел к братьям своим, и увидел их страдания. И он говорит, вот вам мерило того, что вырос Моисей, лидер народа. То есть первое, и вырос ребенок, это физический рост, так объясняют мудрецы Талмуда. Бывает маленький ребенок, а теперь стал большой. На самом деле, в духовном смысле все равно ребенок, который думает только о себе, который плачет только о себе, потому что чувствует только себя или только свою боль. А человек начинает духовно расти тогда, когда он чувствует боль других людей, когда он замечает проблемы других людей. И потому сказано о Моисее, и вырос Моисей. Не, увидеть, не ребенок вырос уже. Увидеть уже страдания братьев своих. Поэтому искусство сострадать другому человеку, который находится от тебя далеко, это и есть мерило духовного роста человека. Я хочу спросить у вас, Рав, дорогой Рав Вольф. Вы сказали, что прошло почти полтора года с начала войны. И очевидно, что те, кто начали эту войну, они ожидали, что украинцы, украинский народ, украинские, потому, наверное, еврейские общины, что они не выдержат постоянных бомбежек, постоянных страданий, холода, голода, страха, тьмы. И они просто сдадутся или потребуют, чтобы правительство сдалось на любых условиях. Как настроение и дух в еврейской общине и вообще на улицах Одессы? Я скажу на живой. В город Бахмут идет огромная атака уже там 7-8 месяцев. То русский нападает, то украинский защищает себя. И недавно мы узнали, что один из выпускников нашей еврейской школы города Одесса ранен на этот фронт. Он поднялся нога на мин, и взорвала его нога, и он лежит в город, ну, больница, он лежит там, где Равин Гурвиц, Равин, забыли, как город называется, в Украине, в один из городов. Лежит мальчик, выпускники нашей школы, который учился у нас в школе, выпуск, и у него был 2009 год. Мы тут же нашли его мама, мама дала номер телефона мальчик, и моя жена ему позвонила. Это было в прошлом среду на канун Швуэс. Моя жена дома сидит, 6-7 вечера, это было 9 вечера, я уже был дома. Она ему звонит, говорит, как дела, дорогой, у него еврейское имя, он обрезан. Как дела, он вставал, все хорошо, надо пройти там еще какую-то операцию, восстановление, потом поеду в Одесса, на больницу в Одесса, на восстановление и так далее. Моя жена ему говорит, а что тебе? Она говорит, ничего, слава Богу, все хорошо. Какие-то деньги нужны для лекарства. Я говорю, все хорошо, ребят, снихая, все хорошо, ничего не дыхай. Говорит ему, жена моя говорит, мой, что-то, Равин хочет тебе деньги передать на карточку. На что он отвечает? Если вы хотите мне деньги давать, передайте моя мама, что ее было легко. Вот вы спросили дух наших солдат, вы спросили дух община, вы спросили дух украинский народ, вот это дух украинский народ. У меня все хорошо. Помогите маме, что ее было еще пару копеек, купить себе еще лучше картошка или лучше огурцы. Это дух, это мальчик из нашей школы. Ну сколько ему лет, мальчик ребенок, еще не женат. Ранен, лежит в больнице. Прошло несколько операций, мы представили еще операции, еще восстановление, еще. Тебе деньги передать. Дайте маме, что ее было легко купить продуктами. Вот народ сплошной
народ вместе, народ хочет победить, народ понимает, что мы защищаем здесь свои дома, своими детьми, свои семьи, свою земля, мы не нападаем ни на кого, мы защищаем себя. Поэтому духу народ хороший, боевой, хотим жить мирно и сделаем все, что жить мирно. А себя не думаем. Вы знаете, меня удивило в начале войны, я послал деньги своим сотрудникам. У меня есть сотрудники, которые помогают в развитии образовательных программ в Америке. Это люди, которые работают технически там, в компьютерах, в социальных сетях. Несколько человек работает. Это не евреи, это украинцы. И я хотел в момент, когда началась война, некоторым людям в некоторых городах послать деньги. И вот я звоню одному человеку, говорю: «Иван, я хочу послать тебе деньги. Пожалуйста, передай мне координаты твоей карточки». Он говорит: «Если вы хотите мне послать деньги, пожалуйста, переведите на украинскую армию». На ВСУ, на ВСУ. Вау. Я был потрясен тем, как человек, который мог бы взять деньги и помочь себе, своей семье, сказал: «Если вы хотите помочь мне, помогите украинской армии». Я тоже почувствовал это как дух народа. Да, так и есть, так и есть. Знаете, народ вырос во время этой войны. То, что вы сказали, вырос Моше, и лавдил рост украинский народ. Я вам скажу интересную вещь. Знаете, был такой большой раввин, его звали Хатам Софер. Ремойши Софер из Братислава, из Прешбурга, Милган раввин Прешбурга. Однажды один из его ученики стал большой раввин в другой город. Он пришел к Ребе и сказал: «Ребе, все, что я учился у вас. Детский сад до того, что я стал раввин. Хейдер, ешиве, все у вас пошел. Я знаю только ваша Тора. Если я каждую субботу буду выступать, говорить: мой Ребе сказал, мой Ребе сказал, мой Ребе сказал, моя община подумает, что я ничего не знаю сам. Могу ли я украсть ваше двор Тора и сказать его от своего имени?» Ему ответил Хасам Сейфер: «Знаете, пока вы воруете мое двор Тора и говорите его от вашего имени, вопроса нет. Но я вам запрещаю сказать ваше двор Тора от моего имени. Я вас запрещаю». Я спросил народ во время чтения 10 заповедей в Швуэс. Я спросил народ: «Вы читали только что 10 заповедей? Помните, что через несколько недель мы будем его повторить в книге Дворим? И там Моше Рабейну повторяет эти слова. Вы знаете, что это потрясающие каноны, слова, которые пошли по всему миру, как первые моральные учения? Моше Рабейну повторяет по-другому, чем он сказал сегодня, когда мы это получили от Бога. Но вот, внимательно послушай, я сказал: я вам дам 4 разницы. У нас написано, здесь заповедь Захор, это мы шабат лекачо. А в глава Эйкев, или в Исхану, там, в книге Бамидбор, Моше Рабейну говорит: шамор, соблюдай. Здесь помните, а там соблюдай. Почему мы соблюдаем субботу? Мы сегодня читали, потому что Бог создал мир в 6 дня, на 7-й день отдыхал. А следующий раз мы читаем, потому что вывели нас из Египет. В этот раз мы читали: чти ваши родители, что продлили ваши дня. А там написано: улемани тавлах, что вам было хорошо. Здесь мы читали: ло тахмод эшетреха, не возжелай жена твоего друга, его дом, его бентли, его машина, его собака, его так далее. А там написано: ло тахмод вело титаве, и даже не думай, не то, что действие не делай это, даже не думай об этом. Чего Моше Рабейну говорит по-другому? Ильёко, я скажу вкратце, говорит очень интересная вещь. То, что мы читали в Швуэс, 10 заповедей, это было для всего народа. Это было универсальное 10 заповедей. Это было для всего народа. То, что Моше Рабейну потом повторил через 40 лет, это было только для еврейского народа. То есть у Бога сначала было желание дать 10 заповедей всего мира. Он же ходил, просил этих народов, Мидраш говорит, это сказали: нет, не убивай, мы не хотим, не укради, мы не хотим. То есть он сатил одной Бог, а потом через 40 лет видит, что народ не принимает, а Моше Рабейну умирает, Моше Рабейну дали его только к еврейский народ. Поэтому, когда говорим в Швуэс, мы говорим: захор, помни,
это для всех народов. Сиди, кушай, и душ, субботу, зажигание свечей. А когда для еврейского народа, он говорит, соблюдай уже заповеди. Когда он говорит, почему надо соблюдать субботу? Потому что Бог создал мир в 6 дней, это для всех народов, а для еврейского народа уже, потому что вывел вас из Египет. То есть эта разница показывает, что они для еврейского народа, и тогда там Клиока перечисляет всех разниц. Но Ребе говорит очень интересную вещь. Добавляется Ребе, добавляет то, что вы сказали только что. Он говорит так, это Ребе сказал в 92 году на Фарбрегин, в глава Истории, когда я бил у Ребе, мальчик, будущий мальчик, 20 лет я бил у Ребе в 90 году, в 92 году, мне было 22 года, я родился в 70-е годы. И Ребе сказал на Фарбрегин, вкратце очень интересная вещь, я так скажу буквально вкратце. Моше Рабейну, когда получил Тора, он был в статус слушатель. Когда он повторил Тора, он уже вырос, он уже пропускает через себя, как взрослый человек, который уже объясняет, что, кстати, это рождение устной Тора. Когда Моше Рабейну уже от себя говорит, так как я понимаю, что хотел Бог. Но в другими словами, Моше Рабейну, Бог нам говорит от слова Моше Рабейну, дорогие мои, я создал мир. Теперь ваша задача быть моим партнером в создании этого мира. Я сделал вам чудеса. Теперь пора вам начинать сделать чудеса. Я вам дал деньги на выход из Египет, мы были миллиардерами. А теперь берите деньги, стройте меня мешкан. Я для вас сделал все войны. Теперь заходите в землю Израиль, сами воевайте. Время вырастет. Как вы сказали, сначала Моше Рабейну вырос как ребенок, потом, когда он страдал за народ, он вырос как лидер, а перед смертью он вырос от слушателя до наставника, который уже говорит от себя. И это наша задача, как вы сказали, вырастить, стать взрослым, начать думать, а как я могу быть партнером с Богом, как я могу этого мир изменить, как я могу сотворить чудеса, как я могу воевать, как я... Пора уже нам всем стать взрослым и начать заниматься то, что Бог когда-то занимался для нас. Теперь мы должны заниматься для Него. Пора начать Его удивить, какие у Него хорошие партнеры. Хочу пожелать вам и вашей общине, чтобы у вас были силы, чтобы у вас был хороший глаз, видеть все самое хорошее, чтобы все, что вы хорошее видите и желаете, реализовалось, и чтобы мы могли, если Машиах еще пока не придет, встретиться в Одессе в ближайшее время, а надеюсь, все-таки мы все вместе будем праздновать строительство третьего Иерусалимского храма в Иерусалиме. Всего самого вам хорошего. Спасибо вам огромное. Дай Бог, что мы удостоили видеть перемога. Знаете, мы же здесь, в Одессе, в Украине, не говорим «победа», потому что победа может быть и другой стороны, не дай Бог. Мы говорим «перемога». Перемога может быть только у нас. Перемога – это победа на украинском языке. Я вам желаю много-много сил без 120. Аминь. Спасибо огромное вам. Мы учимся у вас. Поэтому сил, здоровья, и света и перемоги. Да, перемога вам. И чтобы мы встречались на радости. Всего самого вам хорошего. Аминь. Спасибо вам большое.